Хари Кришна, дорогие преданные, это вот фотографии. Здесь написано, что сегодня 10-я годовщина издательства Golden Age Media, которое публикует все книги Гуру Махараджа и других преданных. Гуру Махараджу очень нравится это служение и руководит этим издательство Нанда Гопал Дживан Прабху. Также в комментарии к одной из этих фотографий было написано, что Гуру Махарадж является истинным слушателем. Он каждый день слушает трансляцию лекции по Бхагаватам, которую дают в алтарной, и вечером слушает трансляцию лекции по Бхагавад-гите. Если в это время он сам не дает какую-то лекцию или не занят в собраниях, он всегда вовлечен в слушание.